И всем здорово, народ. Сегодня у нас обзор буханки. Короче, что можно про машину сказать? Эта машина, по факту, у нас внедорожник, которая больше готова до лесов. Она уже у меня несколько месяцев. Я ее выбил, точнее, месяц. Сначала расскажу ее историю. Я ее, ребятки, выбил, вот эту буханочку, из новогоднего кейса. Ну ладно, приступаем к обзору. Что на ней есть? Вот такие фары, лебедка. Правда, лебедка нельзя пользоваться, ну ладно, наверное, допустим. Есть 4 места. Вот тут сзади, блин, не туда пересадиться, ну ладно, так оставим. Есть на крыше платформа специальная, там можно платку ставить, ходить. Специально до укрепления. Слишком большая выхлопная труба, слишком причем, фары, как у любой другой машины. И бензобак у нас находится тут, только, правда, тут и можно залезть, вот сюда, тут тоже есть дверь. Тут у нас есть двери сзади тоже. Короче, что тут и как спереди? Вон тут сзади есть места, лестница, по которой, правда, нельзя забраться наверх, это самое видное. Это у нас к бензобаку идет, то есть, все. Коробка передач. Так, ну, буханки руль. И вот так. Ну, конечно, неудобная. Видно фиговая. Ну, допустим. А на этом, ребятки, мы будем заканчивать с вами ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.